Приглашаю в комнату диагностики моего дорогого куратора Арно. Арно, прошу прийти тебя. Здесь. Здравствуй, мой дорогой друг. Давно не виделись. Приветствую. Очень рад тебя видеть. Как что-то от себя хочешь добавить по поводу нашего развития, как мы продвигаемся? Моего, вернее. Что надо улучшить, на что обратить внимание? Все равномерно. Арно, я хотел сегодня подняться к моему высшему я и хотел пригласить тебя взять с нами вместе. Поднимешься? Как пожелаешь. Мне было бы приятно увидеть всех моих друзей вместе, всех самых близких рядом. С удовольствием. Благодарю тебя. Поддержу тебя. Хорошо. На какой? Я таки на 12-м и остался, да? Ты на 12-м уровне. Хорошо. Тебе еще много работать. Прорабатывать, да. Слушай, Арно, а по какой системе 12 уровень, если можно у тебя спросить? Из скольки? Чтобы я хоть приблизительно представил себе, где я нахожусь. Из 22, 24 или больше? Но он смеется и говорит, какая чушь. Ну, как мне представить это на Земле? 12 уровень, где я нахожусь? Я знаю, что 6 уровень – это еще вот ад. Низкие темные мира, потом начинается подъем. Но до какого уровня? Я где-то 12, в середине. Он говорит, что кто тебе такое сказал про 6 уровень? У нас на Земле тут есть столько умников, которые контактируют со всеми рептилоидами. Вот поэтому я не буду опровержать. А я не хочу. Подтверждать. Но я хотел для себя просто понять, где я нахожусь. Это не так выглядит. Не так. Ну, хорошо. Ладно. В общем, много работы. Это мне достаточно, что ты сказал. Что хватит? Ты хочешь, чтобы я хвалил тебя? Так, если мне зачем? Я сам себя могу хвалить великолепно. Я шучу. Ни в коем случае. Нет, конечно. Я хотел знать правду. Я хотел просто знать 12 уровень. Это переходной уровень. Я иду дальше куда-то или мне надо над чем-то поработать. Вот. Мне бы интересно было... Работать нужно. Так же, как и всем остальным. Конечно. Работать, проработать. Все понял. Буду работать, дорогой мой друг. Хорошо. Понять. Да понятно, что много еще понять надо. Вот. Хорошо, пытаюсь. Я стараюсь, ты в курсе моих действий. В Лене меня трудно упрекнуть. Хорошо. И, Верочка, на счет три поднимаемся ты, я и Арно на уровень моего высшего я. 12. 1, 2, 3. Пошел подъем. На месте. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг пристается гласно своему эфирному коду. Я приглашаю Аргуса, моего дорогое, любимое, высшее я, выйти со мной навстречу. Он здесь, приветствует. Приветствую, Аргус, мое дорогое, любимое, высшее я. Я хотел пару вопросов о себе задать по своему развитию. Будешь ли ты так любезен со мной пообщаться? Я взял Арно с собой, моего дорогого куратора, и практически вот вся моя космическая семья собралась. Могу я один прийти, умеешь уже. Конечно, умею, но все равно. Приветствую всех. Приветствую. Аргус, у меня пару вопросов. Во-первых, первый вопрос. Как ты оцениваешь мое настоящее развитие? Арно сказал мне еще очень много прорабатывать и работать, но иду ли я в том правильном направлении? Может, мне что-то надо, на что-то обратить внимание? И с твоей точки зрения. Не подскажешь, пожалуйста? Могу только сказать, поменьше смотри на других. Ты делаешь свое дело и идешь в правильном направлении. Благодарю тебя, я понял, о чем идет речь. Надо изменить определенные реакции. Хорошо, благодарю тебя. Аргус, скажи мне, пожалуйста, можно я тебе задам пару вопросов именно с момента происхождения моей души? Сколько лет моей душе?
когда она была, когда моя первая жизнь состоялась. Я знаю только, что моя душа родилась на Плеядах, правильно? Я хотел понять это, и одновременно я являюсь ангелом смерти, исполняя какую-то определенную миссию. Я хочу попытаться связать вот эти два момента, и у меня пока не получается. Не мог бы ты мне как-то объяснить это? Мог. Пожалуйста. Скрещенная душа. Я скрещенная душа? Для определенной работы. Такие души производятся. То есть Плеяды и ангельский мир. Поэтому у меня и то, и другое есть? И то, и другое есть. Теперь мне намного все стало, безусловно, ясно. Хорошо, благодарю тебя за эту... Я никогда еще не встречал в своей жизни такие души, скрещенные. Но теперь буду знать, что я одна из них. Хорошо, мой второй вопрос был, когда мое первое воплощение было и где? Не мог бы ты рассказать об этом? На Плеядах и было. И когда это было? Приблизительно в нашем летоисчислении, я хочу понять. 50 тысяч лет назад. Недавно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько у меня в общем было жизней, как на Земле, так и на других планетах? 3846. Жизней? Да. Я только до 12 уровня дошел. Представляю себе, сколько еще работы стоит. Благодарю тебя. Скажи, пожалуйста, еще последний вопрос от себя лично. Скажи, что бы ты хотел мне еще посоветовать, как свои частички? Умеренность. Золотое слово. Я понял, о чем ты говоришь. И запишу его даже. Хорошо, благодарю тебя, дорогое мое высшее. Я могу ли я тебе сделать какой-то подарок? Чтоб тебе хотелось? Какую-нибудь мыслеформу или, может быть, что-то с Земли? Моя часть на Земле. Поэтому мне не особо согласен. Что-то с Земли. Хорошо. Тогда я прошу тебя принять мою искреннюю энергию благодарности на этом месте. Я посылаю практически сам себе эту благодарность. Благодарю тебя, мое дорогое, любимое высшее Я. Вот сейчас мы практически 100%, да, находится вот моя душа? Или еще где-то часть моя живет? На другой планете. 100%. 100%. Замечательно. Хорошо. Я приложу все свои усилия для того, чтобы сделать максимум из того, что я должен сделать в этой жизни. Мне это очень важно. Я очень рад, что приношу пользу Вселенной. И ты, как я понял, положительно оцениваешь мою работу, да? И развитие, вернее. Я не судья, чтобы оценивать. Самого себя, конечно. Надеюсь, что ты делаешь то, что ты можешь сделать. Хорошо. Благодарю тебя, дорогой Аргус. Посылаю энергию благодарности и любви, прощаясь с тобой. Верочка, будем рассинхронизироваться. И возвращаемся на счет 3 вместе с Арно, тобой и мной в комнату диагностики. 1, 2, 3. На месте. Ох, Арно, как приятно общаться со своим высшим Я. Я себе предположить не мог, что мне я 3846 жизней уже прожил. Это ж надо. Какие вещи бывают. Ты просил цифры, ты их получил. Согласен. Хорошо, дорогой Арно, чем я могу тебе сделать приятно? Что бы ты хотел получить от нас в подарок? Я тебя очень давно не видел, поэтому я, правда, с тобой общаюсь время от времени. Вот, надеюсь, ты меня слышишь. Потому что я тебя перчатки. Слышу. Перчатки. Перчатки? Да. Какие? Кожаные? Кожаные. Отлично. Есть такая из кожи, телячьей кожи, самые такие мягкие перчатки черного цвета. Значит, 3, 1, 2, 3. Размера. Арно появляется. Самого лучшего качества. Благодарю. И появляется трость к этим перчаткам. 1, 2, 3. Самая дорогая трость 20-х годов, 20-го столетия. Отлично. Отлично. И традиционная коробка сигар кубанских, оригинальных. 1, 2, 3.
и самые лучшие дорогие виски, которые сейчас есть еще на земле. 1, 2, 3. И вот это все я передаю моему другу, моему любимому куратору. И надеюсь, я угадал. Все пойдет в копилку. Хорошо, дорогой друг, я прощаюсь с тобой. Вернее, говорю, до свидания, мы встретимся, остаемся на связи. Желаю тебе всего наилучшего, прими искреннюю энергию благодарности. Я чувствую твою поддержку всегда. Благодарю тебя за то, что ты есть. Я на связи. Благодарю тебя. И мы прощаемся с Арно, он уходит на свою чистоту, Верочка. Хорошо, мы закончили работать. Рассинхронизируйся. So